Всем привет, друзья! С вами Ирина Маркелова, участница проекта Whole World с 2013 года. Вот уже 8 лет я получаю денежные переводы от людей из 162 стран мира. И это видео я называю «Пенсия пришла». Есть ли в проекте Whole World пассивный доход? И почему это видео так называется? Сегодня мне пришла ежегодная финансовая помощь от Галины. Спасибо ей большое. Вот здесь вы можете прочитать. Ежегодная финансовая помощь. Если здесь написано просто финансовая помощь, здесь написано ежегодная финансовая помощь. Вот это и есть один из источников пассивного дохода в проекте Whole World. Это в эстафете. Денежка пришла мне сразу на Payeer кошелек. Вот она. 9.90, вот как называется, ну по-английски, $10, были еще другие переводы, и $5, и $2, и $15, все это в проекте «Всем миром», вот сегодня у нас 9 марта, и каждый день, и вот по $1, по 2, по 3, это в марафоне. И пассивный доход есть еще в марафоне, когда участники каждые 3 месяца оказывают финансовую помощь в марафоне, то есть продлевают свои места. И я считаю, что в проекте «Всем миром» есть пассивный доход, и поэтому я здесь назвала «Пенсия пришла». Смотрите, у меня активно 4 места, и я получила уже $9125 в качестве финансовой помощи. Это только в марафоне. С 18 года его запустили. Скоро запустится у нас компрессия. Но это будет уже другое видео. Будет вообще все очень-очень круто. Следите за новостями. Всем пока-пока. И я всем желаю получать такую же пенсию, как я получаю в проекте «Всем миром» в свои 45 лет. Пока-пока.